Финансовую пирамиду разоблачили в Сургуте спустя 4 года. За это время последователи Сергея Мавроди успели собрать 35 миллионов рублей. Схема была простой. Два друга организовали потребительские общества. Давали рекламу, в которой сулили сверхприбыли от вложений. Перед такой выгодой не сумели устоять 60 сургутян. Одним словом, клюнули. На первых порах даже получали проценты. Но мошенники перестали делиться. Лавочку прикрыли, а деньги похитили. От правосудия, однако, уйти не удалось. За решеткой в общей сложности предприимчивые югорчане проведут 13,5 лет.